А начну я в этот раз со своих собственных детей. Их у меня трое, и в условиях самоизоляции, признаюсь честно, непросто бывает организовать их день. Но увидев один из выпусков рубрики «Вместе дома», мои чады увлеклись. Марш. В семье Новиковых тоже очень любят здоровый образ жизни. Младший Матвей занимается в секции футбола. Самоизоляция – не повод прерывать тренировки. А вместе со старшим братом Платоном они стоят на руках. А их папа в это время заставляет стоять на задних лапах домашнего любимца – бульдожку Коди. Вообще родители у мальчишек отчаянные люди. Не каждый со спокойным сердцем разрешит своим детям рисовать на обоях. А эти разрешили. В семье Поповых, как и положено, мужчина, пока будущий, занимается хозяйством. А представительница прекрасной половины создает всем хорошее настроение. Ромашка, ромашка, чудесный лепесток, в волосах кудряшка. Будет на 6% ниже относительно. Забыла? Теперь отправимся еще в одну семью. Там намечено торжество. У нашей коллеги Елизаветы Качалиной день рождения. Посмотрите, с какой любовью ее самые близкие готовятся поздравить свою маму. Мы хотим ей пожелать здоровья, счастья. Ну, счастье это мы уже стоим. И всего-всего, чего она хочет уже. С днем рождения, мама! С днем рождения тебя! Поздравляем, любим! С днем рождения, мама! С юбилеем тебя! Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем, чтобы рядом всегда были любящие люди. Ну а на этом все. Но если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту vidne-tv@mail.ru. И не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.